У меня вопрос жизни и смерти. Знаете, мне, конечно, нравятся мои отросшие корни, блядь, вся хуйня, моя панк-прическа. Но я вот думаю, в какой цвет мне покраситься, потому что мне нравится блонд, но в то же время мне нравится пиздец, как салатовый. Это один из моих любимых цветов, вы знаете. И розовый, сука. Это во-первых, а во-вторых, блядь, мне нравится еще светло-голубое, как небо, но я не знаю. Подскажите, как мама покрасит свою башню? Блядь, я еще с утра в магазин пряжи и зашла случайно в рюмочную. Пиздец, запах прогоревших людей. Просто. И стоят деды, прям с утра бухают. Единая Россия, как дела? Знаете, что я делаю с утра? Я с утра ищу себе ресницы, потому что я хочу быть самой проституткой девкой на районе. Блядь, просто дело в том, что из-за ебаного коронавируса мне мои ресницы долго не отправляют, как бы. А у меня ваши глаза так-то лысые. Ну, не в том плане лысые, конечно, что у меня ресницы хуёвые. Не, у меня с ресницами все заебись. Просто мои... Вот, блядь, я не понимаю, я покупаю себе всегда огромные пачки с ресницами. Куда они деваются, блядь, все как одна, как носки у мужиков. Одно приебется, все, пизда. Ребята, как я и говорила, я набираю свою мини-группу по макияжу, и в моей мини-группе осталось 3 места. Если ты хочешь научиться круто краситься, обращаться со своей кожей, зарабатывать на этом деньги, пиши в директ, хочу, я научу тебя делать нюд с акцентом, яркий макияж, и мы будем самыми красивыми. Хочешь научиться рубить бабки с того, что тебе нравится, и хочешь выглядеть всегда стильно, красиво и свежо, пиши мне в директ, хочу, и я скажу, что надо для этого. А что мы делаем? Снимаем ТикТок. А знаете где? Тут, на бороде.